Здравствуйте, Евгений Баланов, общероссийское общественное движение «Гражданская солидарность». Сейчас существуют такие тенденции в наступлении на социальные права трудящихся, и пенсионная реформа – это еще очередной шаг в ликвидации социального государства. Аргументы против пенсионной реформы уже достаточно широко освещены. Надо только лишь сказать, что это будет серьезный, принятие этой реформы будет серьезным ударом по экономике страны, и в частности эта реформа затронет каждого россиянина и нанесет не только экономический удар, но это будет ударом и моральным. Современная Россия характеризуется, как уже было и сказано, большим количеством социальных проблем в каждой из важнейших сфер нашей человеческой жизни. Это и образование, и культура, и здравоохранение, ЖКХ, трудовые споры и так далее. Существует огромное количество, соответственно, протестных групп по всем этим проблемам, но зачастую они даже не подозревают о существовании друг друга, либо считают, что их проблема важнее других. Увы, но российское общество катастрофически разобщено. И любая инициатива упирается в стену бюрократизма и невозможность решения проблемы в правовом поле. Таким образом, власти сами толкают население на несанкционированную протестную деятельность. Общественное движение «Гражданская солидарность» занимается социальными движениями России, оно развивает их, она организует борьбу за сохранение институтов социального государства. Необходимо находить точки соприкосновения между протестными группами, умение работать вместе, организовываться, учиться солидарности и взаимовыручки, потому что все эти проблемы носят характер системного, то есть это кризис уже всей системы. И таким образом все это возможно только при наличии серьезного организационного опыта активистов и умения практической деятельности, работы на практике. И также «Гражданская солидарность» призывает к созданию форм отношений между людьми, иных от потребительских, как внутри нашей организации, так и работая на местах и непосредственно с какими-то конкретными инициативами. Компания «Народ против», как борьба против так называемой пенсионной реформы, может послужить отправной точкой для получения, как уже было сказано, реального организационного опыта для активистов, для того, чтобы продолжить в дальнейшем борьбу против остальных негативных аспектов в нашей жизни и для борьбы за социальное государство. Общероссийское общественное движение «Гражданская солидарность» приглашает всех петербуржцев и жителей Ленобласти на митинг 16 сентября против принятия пенсионной реформы.